Приветствуем вас, Церковь! В эфире «Благие новости». Церковь, будь благословенна! Хочу напомнить, что каждый день на протяжении всей недели у нас в храме, в молитвенной комнате мы ходатайствуем за нашу страну Украину, за наш город, за спасение родных, за исцеление, за финансовое преуспевание, за служителей церкви. С расписанием времени молитвы вы можете ознакомиться на доске объявлений возле вахты. А также каждое воскресенье после первого служения в молитвенной комнате мы молимся за мир на Украине. Мы приглашаем вас принять активное участие в этих молитвах. Мы вместе можем повлиять на изменение ситуации в нашей стране. Присоединяйтесь. Да благословит вас Господь. Внимание всем! Продолжается реконструкция нашего храма. Мы предлагаем вам принять участие в церковных проектах. На 2015 год у нас запланировано завершить проект отопления, утеплить стены здания, благоустроить задний двор, установить сигнализацию всего здания, закончить проект «Свет» большого зала служений, произвести ремонт малого конференц-зала и фойе. С более подробной информацией вы сможете ознакомиться на доске объявлений на первом этаже возле вахты. А сейчас объявление от книжного служения. Дорогие братья и сестры, книжное служение «Сокровищница мудрости» объявляет о начале акции на диски и календари. У нас вы можете приобрести со скидками диски с прославлением, с проповедями, с аудиобиблией, а также перекидные и листовые календари на 2015 год. Акция продлится до конца февраля. И еще обращаемся к тем, кто делал индивидуальный заказ на продукцию этого служения. Не забывайте забирать свои заказы. Друзья, хотим напомнить, что у нас в церкви есть служение-консультирование. Если вы чувствуете, что прошлое еще влияет на вас, и вы не в силах освободиться от определенных вещей, которые не дают вам покоя, то вы можете пройти это индивидуальное и конфиденциальное служение, где вам окажут духовную помощь, помогут разорвать узы ярма. Пожалуйста, для дополнительной информации и для записи на служение обращайтесь каждое воскресенье после первого служения к Александру Березе. Церковь, обращаем ваше внимание на то, что продолжается набор в библейскую школу для новообращенных «Новая жизнь». В школу приглашаются все, кто принял Христа в свое сердце. Школа начинает свою работу с 10 марта. Обучение будет проходить по вторникам и четвергам с 6 часов вечера. Записаться и получить более подробную информацию о школе вы можете у столика в фойе. Служение капелланов приглашает всех желающих послужить людям, которые сейчас находятся в зоне боевых действий, беженцам, а также людям, находящимся в местах лишения свободы. Эти люди нуждаются в вашей помощи. Если этот призыв откликнулся в вашем сердце, мы приглашаем вас на собрание служителей капелланов, которое состоится в субботу, 14 февраля, 12 часов дня в храме церкви. А сейчас объявление для всей церкви. Переселенцы из зоны АТО нуждаются в жилье. Тех, кто может сдать жилье в аренду, просьба подойти после служения к столику в фойе, где Канисе Якункиной Людмиле Юрьевне. Дорогая церковь, с 13 по 15 февраля у нас в храме пройдет конференция по финансам «Все возможно верующему». К нам приезжают гости из США, бизнесмен и проповедник Дон Руло. В пятницу, 13 февраля, служение пройдет в 6 часов вечера. В субботу, 14 февраля, мы ждем вас на час дня. А в воскресенье у нас состоится два разных служения. В 11 часов служение проведет пастор церкви Вадим Шипилов, а в 3 часа дня конференция продолжится с участием Дона Руло. Не пропустите это время новых откровений и духовного роста. Друзья, пусть Бог благословит вас, ваши семьи и дома на предстоящей неделе. В назидание примите слово от Господа. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится.